Доброе утро. На завтрак хочется чего-то легкого, простого и быстрого в приготовлении. Поэтому давайте обратим ваше внимание на смузи. Это простой, легкий напиток на утро, который поможет организму очиститься, который даст энергию, бодрость и, между прочим, снижает холестерин. Итак, что нам понадобится для нашего полезного смузи на завтрак? Яблоко. И яблоко выбирайте, конечно, лучше зеленое, но это миф на самом деле, что в зеленом яблоке меньше сахара. Красные и зеленые яблоки абсолютно одинаковое количество сахара имеют, но зеленое яблоко имеет особую клетчатку растительную. Но зеленые яблоки содержат резистентный крахмал, его больше в зеленых, чем в красных яблоках. Такой крахмал не дает резких повышений, резких скачков сахара в крови, поэтому выбираем зеленое крепкое яблоко. Следующий ингредиент — это банан. Старайтесь выбирать более зеленые бананы, потому что по той же причине, что и яблоки, они содержат резистентный крахмал. Дальше мы с вами возьмем ягоды черника. Черника — это ягода вообще молодости, поэтому если вы будете хотя бы горсть черники использовать каждый день, соответственно, вы будете иметь хорошую, красивую кожу, настроение и заряд бодрости на целый день. Еще мы добавим немножечко семян льна, потому что семена льна — это источник полиненасыщенных жирных кислот, такая модная на сегодняшний день омега-3, поэтому его тоже в смузи. И еще для сладости чуть-чуть кэроба. Кэроб — это продукт, который похож на какао, но отличается тем, что не содержит веществ, стимулирующих нервную систему, то есть таких как теофилин и теобрамин, но содержит приятные, хорошие, положительные компоненты, которые улучшат ваше настроение, улучшат ваш энергетический обмен в организме и помогут справиться с многими биохимическими нарушениями. В смузи добавим изюм немножко, буквально пару столовых ложек изюма, который уже у меня активирован, что это значит, его обязательно замачиваем и можем приступать. К смузи добавляем воду, обязательно обращайте на качество питьевой воды. Это не должна быть кипяченая вода, это должна быть вода, очищенная с помощью домашнего бытового фильтра. Или можете использовать бутилированную воду. Итак, приступим к приготовлению смузи. Берем банан. На 2 порции нам нужен 1 банан. Просто разламываем. Хороший блендер всегда измельчит до гомогенного состояния. Закидываем яблочки. Достаточно половинка яблока. И дальше засыпаем наши ингредиенты. Изюм у нас пошел к нашему смузи. Черника. Ягоду можно брать замороженную. Очень повезло нам, что в нашей республике Беларусь растет такая лесная ягода. И семена льна. Ну, теперь заключительный этап. Доливаем водички. Стакана воды будет достаточно. И добавляем для сладости кэроб. Нам осталось все это оперировать. Ну что, наш полезный завтрак готов. Нам осталось его только налить в стакан. Наливаем. И старайтесь пить медленно, не торопясь. Но если времени совсем нет, тогда можете взять его с собой в термос, в дорогу и пить медленно в машине. Завтрак готов. Пейте, не торопясь. Желаю вам хорошего утра, приятного аппетита и энергичного дня.